Борьба с нелегальным игорным бизнесом продолжается. В среду вечером, благодаря сотрудникам областной прокуратуры и полицейским, свою деятельность прекратили еще два казино. В результате оперативных действий изъято 39 единиц игрового оборудования. Располагались нелегальные заведения в центре города, но внимания к себе не привлекали. В последнее время владельцы нелегального бизнеса изобретают все новые методы конспирации. Но от правосудия их это не спасает. Организаторы азартных игр используют различные системы видеонаблюдения, ограниченного доступа круга посетителей внутрь игрового помещения. Так используются телефоны с номером администратора, который по голосу, по номеру телефона определяет постоянного клиента и пускает его внутрь игрового оборудования. Также используется система карточек с идентификационными номерными знаками, которые присвоены персональному клиенту. В данном случае нам помогают в том числе и граждане, обращение граждан. Поэтому по каждому случаю, известному гражданам о нарушении законодательства, связанного с проведением азартных игр, они могут сообщить по телефону доверия прокуратуры Ивановской области, а также по телефону 02.